Я имею честь быть рядом с великим Тото Кутуньо. Я очень люблю Италию и бывал неоднократно в Италии, и все время удивлялся, насколько итальянцы похожи на нас. В Италии мне очень понравилась граппа. Водка – это другое опьянение, а граппа – позитивное опьянение, супер-граппа. E allora sono felice di questo. Ma io quando vengo in Russia invece bevo la vodka. А за то, когда он приезжает в Россию, он пьет только водку. Крайний вопрос. Почему Италия самая ревнивая нация? Мужчины очень ревнивы. È vero. Siamo gelosi delle nostre donne. Это правда, они очень ревнивы. Оберегают своих дам. Я спою вам отрывок из своей песни. И вы скажете своим итальянским ухом, в правильном ли направлении я развиваюсь. Окей. Читаю гитара. Акапелла. По тайге сибиряк грустит и не слышит, как иртыш шумит. Волк проводит ночью лунную сонату. Вожак стаи нужен, подлежит возврату. Voglio questo video perché lo metto nel mio Facebook. Он хочет это видео, чтобы. Продай. Чтобы это видео поместить на свой Facebook. Окей. Окей. Очень. Так классно. Окей, ты салюто. Салют. Чао. Чао. До свидания.